добрый день. Сейчас вам расскажу про уплотнитель торцевой. Вот такую форму имеет. Видите, с хвостиком. Вот так вот ставится. Если быть точнее. Видите? Применяется для... так сказать, компенсирования зазоров и защиты сот. Так как вот с этой стороны, вот видите, полукруглая. Так одевается, сота закрывает, получается по-английски H-образный, да? На каплевидных. В общем, он ставится на торцах, где идет выступ поликарбоната. Вот так вот ставится. И прижимается верхним листом. То есть, когда он расширяется, чтобы хотя бы компенсировать этот зазор и защитить соту, чтобы не попадала грязь и пыль. Видите, вот на арочной форме вот она идет. На остальных формах, например, домиком, тут закрывается все уголком. Примыкание закрывается декоративным уголком. Ставится еще также он на павильоне, так как у него верхняя часть полукруглая. Например, примыкание стен — это уголок, а вот здесь уже, видите, резиночка. Стоимость такой резинки 50 рублей погонный метр, а, например, с теплицами с нашими они идут в комплекте. По умолчанию. То есть эта резинка идет в комплект по умолчанию. В розницу мы ее продаем 50 рублей погонный метр. Какая красота. Поэтому, если вам требуется, обращайтесь, звоните, пишите, как вам удобнее. Если вам все понравилось, ставьте палец кверху, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. Что там еще блогеры говорят? В общем, мы самые лучшие и самые первые.